Отрадно, что подобные встречи, они соединяют людей, и это как раз тот формат масленицы, который мы хотели бы показать. Масленицы современной, яркой, красочной, народной, всегда актуальной, которая тем отличается от языческой масленицы, только одним единственным, тем, что в ней нет греха, нет здесь злого начала, а все то светлое, доброе, яркое, красочное, что позволяет молодежи отдохнуть, потанцевать, спеть, подружиться, сыграть какие-то игры на музыкальных инструментах. Это все здесь будет присутствовать. Ну и в какой-то мере сегодняшняя встреча еще является такой постпандемийной презентацией нашего духовно-просветительского центра. Пытаемся создать такие условия, чтобы нашим подросткам было интересно. Во-первых, это вопросы, которые интересуют их, и среда, которая создается для них, чтобы... Вопросы веры, вопросы дружбы, вопросы понимания своего призвания в этой жизни, они получали в беседах с духовниками нашей обители правильные ориентиры в этой жизни. И в их возрасте это очень важно. Разыграю карагу, я у моей сушки ворону, 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 вор
Этот мир придуман не нами.